Американская компания SpaceX произвела запуск на околоземную орбиту ракеты-носителя Falcon 9 с двумя спутниками связи по заказу люксембургского оператора. Старт с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, состоялся около 6 часов вечера по местному времени. Развертывание спутников прошло примерно через 2 часа после старта. Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась в 7 запусках. Сотрудники SpaceX намерены вновь вернуть этот элемент на Землю. После старта ступень в автоматическом режиме опустилась на плавучую платформу в Атлантическом океане.